матери Красный Лес, мы за Легиона. Не понимаю, почему так FPS проседает. Блять, это опять новая обнова, нахуй, которая вырезала к хуям FPS, что ли, или чё? Ну почему так, блять, лагает? Так, он там просто перепобежал. Привет. Так, я взял два аддона на длительность латания. А, мне, наверное, не раз себя хитнуть, да? Ебать, каким-то чудом стоимилось. Я не отбегу до нее. Даже не буду тратить время. Сейчас разведем, наверное, на Дедхарт. Сразу узнаем, есть ли он у нее. Я так обожаю эту игру с ее ебаным тупорылым аимом. Да. Так. Нормально. Первая погоня закончилась довольно быстро. Конечно. Да. Че, блять, ты посмотри, какой умный, а? Ну, хитнуть я не успею. Она спрыгнула. Блять, посмотри, какие наглые, а? Сейчас побежим за тем, кто здесь заводил, потому что он сделает все, чтобы тут денег не натянуть. Но только я ее не нашел в итоге. Здесь просто длинный лут. Я тут никак не обогнать. Жалко, что чертика нет, так бы я этот денег там наполовину, ну не наполовину, а на 25% откатил. Он уже его дочинивает. Вот сука, какая, блядь, наглая. Ну ничего, ничего. Чел, я ж тебя запомнил. Так, он... Угу, спрыгнул, помойка. А, я тебя прям так хитну. Тебе уже ничего не поможет. Раз, идем хитуем второго. Ну, я ее не смогу опять хитнуть тоже. Хотя, знаете что, что? Давай, скинь. Отлично. Давай. Хорошо. Идеально, просто идеально. Как могло быть идеально, так и получилось идеально. Сейчас нужно... Они там тоже заводили немного. Нужно пойти сломать в мейне доску и вот там, прям... Где, короче, я вначале кикнул вот эту вот эту. Только я не знаю, куда мы сначала побежим. Но побежим мы на обилке, потому что... Нам нужно сделать это быстро. Ага, у них перк на... То, чтобы ставить доску в исходное положение. Понимаю. Теперь мы доски на тут опрокинутыми оставлять не будем. Вот это точно надо сломать. Посмотри, блядь, какие. Ну, а это ж ты, мистер наглая рожа, блядь. Ща. Так, подожди, она там осталась? Ореха нет, хорошо. А, у них осколков-то даже нет, можно туннелить всех. У кладетки там уже третья стадия, если что, ее надо будет вынести сразу вперед ногами. Ну, это минус еще один ген в любом случае. Ну, теперь стали хорошие сразу попадаться. Возможно, в пати, не знаю. Так, тут следы. Что-то мне не очень верится, что это какие-то пропавшие следы. Ага, он побежал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15. Ну, а ты как думал? Будешь так наглый денег заводить, я тебе дам спокойно играть? Не. Теперь твоя жизнь превратится в ад в этой катке. Теперь тебе уже ничто и никто не поможет.
Так, стоп. А, у нас... Окей, скажешь. Что ты собрался делать? Нет. Извини, но нет. Нет. Если ты сейчас ее снимешь, она умрет. Я надеюсь, все видели эту телепортирующуюся куда-то. А куда делась вторая, я не очень понял. Найс игра. Это читы подрубили, да? Так, тебя, наверное, нужно убить. Ты у нас тоже слишком наглым себя почувствовал, я смотрю. Ты, блядь, посмотри, что я себе возомнил. Не, я хочу хитнуть тебе. Господи, ты серьезно думаешь, что... А, я... Чел, мне пофиг, что ты меня там слепишь. Я прекрасно знаю, куда мне идти. Так, пошли. Блять, ты посмотри, какие новые. Не, тебя точно надо убить. Прямо сейчас. Домой. Да. Не, они прям генраж. Это именно генраж. Если бы геники не пинал, они бы вообще эти... их просто щелкали, как орешки. Я теперь не знаю, стоит ли юзать обидку, потому что она, скорее всего, побежала поднимать уже. И где она? Я ее не могу найти. Вот она. Отлично. Так, ее можно прямо на первый крюк вешать, потому что у нее третья стадия все равно. А вот этот крюк я терять не хочу, мало ли что. Не знаю, его заводят или он откатывается. Отлично, это минус 2. Ну, люк, надеюсь, я не дам ему заспавнить. Да, я не откатывается, это хорошо. Пошли искать мэг. Хит легиона в обилке должен давать что-то большее, чем просто эффект часов. Какой-то дебаф там, я не знаю, по стандарту травму или что-то такое. Ну, типа, вот он чё, подлатался и снова бегает, делает, что хочет. Я тебя вижу вообще-то, ты собираешься убегать, нет? Охуевшая рожа. Блять, сидит до конца. Или он просто отвлекся на что-то. Ну, у выживших заспавнилось чудесное окно? Нет. Не повезло. Ну, я слаггеймить, наверное, не буду. Не знаю. Сука. Да, блядь. Мне показалось, что я ее видел, а это просто эти лопасти генератора. Наверное, стоит пойти сначала найти денег. Да. Ой, денег, какой денег, блядь, что я несу? Люк. Угу. Так, это раненая побежала. Ну а где следы здоровой? И ее здесь нет. Ну что за бред? Не, ладно, я ей не дам уйти. Она решила тут помериться на гости. Нет. Пошли искать этого красавца. Не, ну конечно, если у него ключ, то я ему ничего не сделаю, но... Так я его отпускать не собираюсь. Грязного подлеца. Где, интересно, еще этот гребаный люк? Ничего, ничего, она там на земле будет умирать сколько? 2-3 минуты. У нас еще есть время. Привет. Люк, не видел вас случаем? Она уже, наверное, нашла люк. Я в этом прям почему-то очень уверен.
Ну, я просто так не дам ее уйти. Это ж квадета, да? Нет, это мэг. Неважно. У нее вообще звуков нет, слышите? Баги до сих пор не пофикшены, круто. Соф просто лежит беззвучно. На без... Сука. На беззвучном режиме, блять. Да какой там? Никуда ты ее поднимать не будешь. Лежать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Маленькая фича для тех, кто не знает, в обилке можно поднимать сурвов. Это я просто, чтобы поинты пофармить, потому что Легион очень плохо фармит свою обилку по очкам. Она же еще может, по-моему, спрыгнуть, у нее первая стадия. Я не помню, я вообще ее вешал. Да, я ее вешал, нормально. Серьезно пытаешься от меня уползти или что? Даже учитывая, что ты забагалась по звукам, я все равно знаю, где ты. Это на самом деле очень большое везение. Например, какая-нибудь кладетка темная там в третьем престиже, ее хер найдешь, если у нее звуки забагались. Я думал, этот баг пофиксили. Ну, как видим, нет. У нас очередной минус 4. Только половину обилки собрали по очкам. Ну еще половину за то, что никто не убежал. А вернее, четверть. Так, что у нас здесь было? Ну это точно уже не двадцатки. Ай, второй ранг один. Двое фиолетовых. Еще тут. Самохил. Еще самохил. Господи. Как вы, блядь, не научитесь? Аддоны на ножи, вот эти, которые увеличивают время подлатать, тоже такое себе на самом деле. Типа они просто увеличивают время, больше ничего не дают. Да.